О, это заготовочка, я не знаю, как он к ней подготовится. Это будет, ну, наверное, самая легендарная стратегия, которую вы когда-либо видели. Именно легендарная. Прям, вот, прям жесткая. И мне кажется, она сработает. Кто угадает, что сейчас будет? Кто угадает? Давайте. Короче, равагеры. Ну-ка, ну-ка. Я же говорю, самое легендарное, то есть. Это должно быть, наверное, чуть-чуть легендарнее роча равагеров. Рыбы. Уничтожишь. А вот, может, не угадал. Если честно, точно не отвечу. Сейчас посмотрим. Но не грибы, не рочеровагеры. Пока еще никто не угадал. Ну, вчера, да, вчера был инцидент, мягко говоря, такой. Ну что, ну кто же? О-о-о, ну, Андрюха, как всегда, догадался, да, быстрее. Всегда догадался чуть быстрее, кто будет. Это будут... Это самый быстрый брудлорд, которого вы вообще когда-либо видели. Мы, кстати, добавим пару газов, возможно. Реально самые быстрые бруды. Бани кондиционировать. Я думаю, да, я думаю, чувак напишет в эту, в читерную позвонит. Или как там это? Так. Фангмул течурун бульганигамнида. Вообще, на шестой минуте сейчас бруды прилетят. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая сейчас будет зловещее зло просто. Так, сколько стоит завернуть бруда? 150. Короче, 450 на троих. Короче, можно еще одного к ним в банду. Здесь подкрепление собачье будет. На 600, короче, заворачиваем сейчас брудов. Куда атаковать? Ну, на мейн же, да? Не на натурал, наверное. В отдел с помещителями, которого не существует. Да, есть такая проблемка. Скоро там? Ой-ой-ой. Брудочки.
광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? 광물이 부족합니다. Просто. 광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Я не знаю, просто имба, реально. Посмотрите, бруды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бро бы открылся, я не знаю. Это у него не... Убивать! Да-да-да, это обидная была история.